Обов'язок допомогти. Бізнесмен та засновник благодійного фонду Рінат Ахметов розповів, що означають домовленості між владою та бізнесом опікатися певними областями боротьбі з коронавірусом. Патронат означатиме не заміну місцевої влади, а допомогу фінансову, інтелектуальну організаційну. Ахметов запевнив, бізнес СІМ ніколи не проходив повз біди і не залишиться осторонь зараз. ССМ социально ответственный бизнес. Мы никогда не проходили мимо беды. Тем более, мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия и наш долг помочь. Мы закупим не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Моя команда, мой фонд, представители бизнесов SCM интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах. Меня поражает героизм всех, кто на местах. Все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей. На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная, успешная Украина и счастливые украинцы. Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг заболеют, то только за команду «Шахтер», когда восстановятся чемпионат Украины и европейские кубки. Ренат Ахметов